Вот. О, вот это молодец. Вот так происходит выстрел. Теперь давай будем заряжать. Так, главное туда. Подожди, давай вот эту вот лямку, Кирилл, лямку вот эту вот. Где она лямка? Я ничего не вижу. Вот, вот так. Все удобно, нормально? Вот так вот, да? Так, все. Давай, это вот называется досыльник. Вот видишь, вот это вот клинзатвор, ну подожди, ты по команде все делаешь. Подожди, он вот на вот этих вот лапках затвора, он держится. Поэтому используется досыльник. Когда он в верхнем положении, там боевой ударный механизм, он заводится. Вот этой ручкой вниз он инициируется. Давай. Туда, резко. Оп. Орудие заряжено. Молодец. Приходи сюда. Вы со створа тут. Так, пропускаем саму. Теперь смотри в прицел. Что ты там видишь? Что видишь? Отлично. Это что такое? Это дот называется. Давай. Теперь по моей команде. Пока не нажимай. Вниз. По моей команде, когда я скажу орудие огонь. Готов? Подожди. Осколочно-фугасной гранатой. По доту противника. Взрыватель фугасный. Огонь! Ух ты! Ты чё подпрыгнул-то? Я не подпрыгивал. А чё ты сделал? Снимай. Сфотографируй сейчас с дымком гильзой. Давай каску положи тогда.